Coinbase выходит на рынок Нью-Йорка. Криптовалютный обменник Coinbase получил разрешение Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк на торговлю эфириума и лайткоина. Кроме того, криптообменнику дали право предлагать услуги дебетовых карт ShiftCard, которая используется в 24 штатах. Мария Вулоу, управляющая департамента, отметила, Нью-Йорк продолжает лидировать в продвижении финансовых технологий, развивая инновации и защищая потребителей. Департамент финансовых услуг доказал, что государственная система регулирования – это лучший способ контролировать и развивать виртуальные валюты как часть процветающей финтех-индустрии.